Ucell внедрила мотивационную программу «Флагман» среди региональных отделений. В начале мая подразделения из каждой области вступили в бизнес-соревнования между собой. И вот уже объявлен первый победитель. По итогам показателей бизнеса за май 2021 года региональным отделением продемонстрирован лучший результат. Им стал офис Ucell Андижан. Коллективу региона лидера вручен переходящий кубок, на котором виднеется гравировка с именем победителя, а также почетный диплом. Каждый сотрудник отделения, принимавший участие в программе, получил денежную премию и вознаграждение. Основная цель программы – мотивация и достижение высоких результатов. Сегодня перед Ucell стоит задача по значительной модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, так чтобы она соответствовала самым высоким международным стандартам. Назрела настоятельная необходимость усилить вовлеченность в бизнес-процессы каждого сотрудника региона. Ежемесячно команда «Лидер» будет определяться по нескольким критериям, которые вы видите на экране. Я рад, что наш офис смог добиться наилучших результатов среди отделений страны. Теперь, когда кубок у нас в Андижане, мы сделаем все, чтобы кубок не уезжал с Андижана. Мы приложим все усилия для поднятия абонентской базы, для подключения новых подключений, также развития дилерской сети. В Ucell уверены, победа каждого регионального отделения – победа каждого сотрудника компании. А с помощью современных технологий компания Ucell старается, чтобы лучшее качество жизни было доступно повсеместно и полезно каждому.